Днем во вторник, 29 июля, перестал работать сайт президента Украины Петра Порошенко. Ответственность за блокировку сайта взяло на себя движение украинских хакеров «Киберберкут». Сообщение об этом появилось на интернет-странице предполагаемых взломщиков. Организация считает, что украинский президент Петр Порошенко проводит геноцид собственного народа и погружает страну в нищету и хаос. Также «Киберберкут» требует провести уголовное расследование деятельности силовых структур на Донбассе. В пресс-службе Петра Порошенко заявили, что ситуацию комментировать они пока не готовы, а вот работы по восстановлению президентского сайта идут полным ходом.